Друзья, привет! Сегодня мы продолжим с вами знакомство и прогулки с нашими котиками. Вот какие красавцы. Вот, не смотрите, что я только двух держу, потому что все четыре не входят в руки, можно уронить. Вот я их по двое снимаю. Какие вкусные! Как вкусно пахнут эти коты. Два белых кота. Один пушистый, а один нет. Один не пушистый. Котики наши пока еще в основном сидят в коробочке и никуда не гуляют. Но уже пора, и они хотят. В наш современный мир нужно котят с измальства к технике приучать. Вот хочу их прямо к мотоциклам приучить сразу. Итак, поехали! Сегодня у нас прогулка с котами. Не с котами, а с маленькими котятами. И это одна из первых их прогулок. До этого они были совсем маленькие и в основном сидели в коробочке. Но сейчас они уже подрастают, им в коробочке скучно. И вот у меня есть специальный такой павильончик для прогулки шиншилок. Вот мы их сюда пустим. А чтобы им не было скучно, мы им дадим пару мотоциклов. Все-таки в основном здесь у нас мужики. У нас три кота и одна кошечка. Правда, пока я их еще не различаю. Знаю, что черный это точно кот. А вот из белых кошечка. Ну, она такая попушистее немножко. Два первых это у нас были разведчики. А теперь им добавим черного. Интересно, что вот они и братья-сестры, ну и частенько вместе играют. Но черный часто держится особнячком. И вообще такой серьезный парень. Какой-то маленький философ. Играет часто один. Где-то отойдет в сторонку, что-то найдет себе и играет. Не вместе, а один. Ну, правда, его белые задирают. И поэтому у нас частенько такие бывают схватки. Белый с черным. Инь и янь. Девочку тоже добавим. Тебя там не хватает. Прям вот не хватает тебя там. И вот этого тоже не хватает. И мамки Маруськи, конечно, тоже не хватает. Без тебя, без Маруськи вообще никуда. Вот этот павильончик, он у меня на высоте. Ну, это даже не павильончик, это просто такой большой ящик с сеткой. А под ним стоит коробка, где живут котята и кошка. Вот пока там был хоть один котенок, кошка тоже там сидела. А как осталась одна, сразу говорит, а что там такое? Ну-ка я проконтролирую, не обижают ли здесь моих котят. Стояла у нас коробка котенка, а в ней кошка жила и четыре котенка. Был первый котенок совсем еще крошкой. Кошка его называла Ермошкой. Семкой звался котенок другой, маленький хвостик держал он дугой. И третьего братца, котенка Петрушки, лихо торчали пушистые ушки. Кусался и дрался, как глупый щенок. Фомка, четвертый кошачий сынок. Это начало замечательного стихотворения Александра Веденского. Обязательно посмотрите в интернете. Называется «Сказка о четырех котятах и четырех ребятах». Но я вам всю и не буду рассказывать. Друзья, у меня сегодня для вас сюрприз. Я решил научиться делать красивые футболки с принтами любимых котов. Вот, попросил нашего кота Артика немножко попозировать. Ну, у него сколько было терпения, он посидел. Я его пофотографировал. Видите, какой красивый. Потом я с этими фотографиями немножко поработал, обработал их, скомпилировал. И сейчас увидите, что у меня получилось. Эксперимент этот у меня только первый, но мне нравится, интересно. И две майки таких я сделаю в подарок нашим зрителям сегодняшнего видео. Майки я использую хлопчатобумажные, полезные. Вот, друзья, пришлось немножко поэкспериментировать. А еще у меня есть вот такое замечательное такое устройство, которое позволяет делать печать на футболках. В итоге вот какой кот у меня получился. Эту майку я сделал для себя, поэтому и размер соответствующий. Это мой первый опыт. Делаю я все по технологиям, поэтому эту майку можно много-много раз стирать, и ничего ей не будет. Двум зрителям сегодняшнего видео, из числа тех, кто оставит комментарии, я сделаю такие майки, причем именно тот размер, который вам нужно. Но цветовое решение может быть любым. И рисунок, и майка могут быть, конечно, другими. Пока экспериментируем же. Например, вот этот кот флюоресцентный на черном, очень красиво. Здесь вы не смотрите, это брачок у меня, первые эксперименты. Напоминаю, чтобы получить приз, вам всего лишь нужно оставить комментарий под этим видео. А мы потом разыграем победителей с помощью
рандомного розыгрыша. Есть такая услуга в интернете. Так что пишите комментарии и получайте приз. Ну а мы продолжим прогулку с нашими котиками милыми. Как видите, коты наши уже освоились. Мотоциклов они уже не боятся. Тем более мамка рядом. А что тут бояться? Сперва вот они прямо не ходили, а ползали по полу. Ну, быстро осваиваются. Особенно в присутствии мамки, так вообще уверенно себя чувствуют. Друзья, пока мы вместе наблюдаем за этой милой картиной, я вам кое-что расскажу про кошек. Возможно, вы что-то знаете, а возможно, что-то забыли. Короче, слушайте. Прежде всего, расскажу про мурлыканье. Застрял. Кошки мурчат, когда они счастливы. Когда мы гладим их спинки или накладываем еду в тарелочку, они мурчат и во время стресса, и когда восстанавливаются после травмы и даже на приеме у ветеринара. А вот вы наверняка не знали, что частота звука мурлыканья может способствовать заживлению и росту костей. У кошек вообще сломанные косточки быстро заживляются, но вот это мурлыканье, оказывается, способствует еще более быстрому заживлению. А кроме того, мурлыканье имеет лечебный эффект не только в отношении кошек, но и в отношении хозяев. Наверное, вы замечали, что когда хозяин болеет, то кошка придет и начинает ему мурлыкать и где-нибудь прижмется к нему. Так вот это мурлыканье, вот эти вот звуковая вибрация, оказывается, способствует быстрейшему выздоровлению. Мурлыкать кошки начинают очень рано. Наверное, замечали, что громче всех мурлыкают маленькие котята. Иногда думаешь, это трактор что ли завелся? Нет, это котенок рядом. Старается, лежит, мурчит. Если вам мурлычет взрослая кошка, а тем более кот, воспринимайте это как исключительную награду, как знак высшего доверия к вам. Маруська убедилась, что ничего котятам не грозит, что я за ними присматриваю, и ушла, оставила мне их. Ну ничего, коты довольно-таки уверенно себя чувствуют. Садись вот за руль. Вот молодец, вот он какой молодец. Трясутся, что-то ходят, да? Они первый раз гуляют. А я же их до этого не выпускал. Вначале-то они вообще вот так прижавшись были. Сейчас уже ходят. Уже более-менее. Уже вот сейчас уже ого-го. Вот он. Вот он. Сейчас затрясешь. Маруська соскочила с ними, полежала. Поняла, что ничего страшного не происходит. И ушла вниз. Думает, ну ладно, говорит, что тут. Кроме мотоциклов, я, говорит, тебе доверяю. Вот такая у нас сегодня первая прогулка. Понравилось, друзья? Тогда обязательно поставьте лайк, подпишитесь, если еще не подписались. Знаете вам. И обязательно напишите комментарий. Помните, осваивайте, что вы можете выиграть пару симпатичных маек, футболок с нашими котами. Всего вам доброго, друзья!